Так, всем привет. Ходил сегодня на коп, покажу, что нашел. Так, ну, вот это вот по кругу, все по кругу, это наша ходячка. 10, 10, 10, 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 50 копеек, 5 копеек. Так, потом дальше. Ну, это я нашел деревянная игрушка новогодняя. Такая вот выточенная какая-то. Так, потом 1 копейка. Советы. Плохо видно, наверное, да? Советы 72 года. 2 копейки 68 года, 2 копейки 64 года, гильза ТРН 3 8 миллиметров. Ну, грузила с такой железочкой, байдушка такая висит, рыбацкая. Ниппель от колеса, заклепка алюминиевая. Значит, гвозди старинные, кованые, им лет по 300, если не больше. Вообще старье. Сегодня был в том месте, в городище, там, где раньше замок стоял. Так вот, там нашел еще кусок железяки. Такое, может, кусок меча какого-то или что-то, не знаю, но тоже стрельно. Вот с шомпального ружья когда-то шариками вот такими стреляли. Порох, жмых, шарик, жмых, бух. Вот такими вот стреляли когда-то. Вот, потом шо? Какое-то кольцо медное, колечко. Ну и все. И самое главное, я нашел серебряное. Вот такой кулончик серебряный. Серебро 100%, уже смотрели. Это у нас obr.cherniguvsk.bgm, и тут obr.set.feodosia.cher. Серебро. Класс. Ну, пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока, до встречи.